задать пару вопросов Ирине Безруковой. Ирина, скажите, а как вы относитесь к фильмам 3D, например? К фильмам 3D? Да. А, прекрасно. Главное, чтобы кино было хорошее. Да? А не считаете, что портит зрение, например? Нет? Ну, вы знаете, если не часто и в хорошем кинозале, где действительно все соблюдено, то будет хорошо. Да, тогда все хорошо. Да, главное, согласен. Чтобы с лампами было все прекрасно. Спасибо. Хорошо. Погнали. Да? А не считаете, что... Любое кино, оно прекрасно. Не считаете, что оно портит зрение? Нет. Я думаю, что... Точно. Это должно быть в меру, согласен. Валерия Ланская вышла на дорожку в красном длинном платье. Можно с вами селфи? Да, конечно. Во. Сейчас вы еще туда смотрите. О, Марат, можно вас? На минуточку. Андрей, здравствуйте. Как вы думаете, кто возьмет приз зрительских симпатий? Лучший. Самый лучший. Отлично, спасибо. Всем привет, ребята, короче. Сегодня решили посетить уже 40-й юбилейный кинофестиваль. Будет проходить здесь у нас на Пушкинской площади в Москве. Вот. Ожидаются многие звезды. С 99-го года возглавляет у нас его Никита Михалков. С 99-го года вот эта традиция такая продолжается. Ну, считается старейший кинофестиваль на уровне Венецианского. Вот. Такое занимает значимое место, престижное, скажем так. Вот, будет проходить это вот здесь, вот вон там. Вот, и сейчас вот мы получим, зарегистрируемся и попадем туда. Такие мега-звезды приезжают иногда, такие как вот Брэд Питт, допустим, там, Софи Лорен, какие там у нас еще есть звезды. В общем, ну, очень много в свое время посетил этот кинофестиваль Квентина Тарантино. Вот. Так, а в этом году у нас будет Настасья Кинская, это будет, она председатель жюри, да? И еще будет такой... Главную роль играл, короче, в фильме «Такси». Вот кто вспомнит как-то... Главную роль в «Такси» кто играл, Сань? Как-то на серии как. Ну, понятно, о ком я говорю. В общем-то, он, в принципе, кроме «Королей», больше особо нигде неизвестен. Он какой-то будет свой представлять новый фильм. Да. А скажи, пожалуйста, а кто будет в этом году у нас? Сами на серии приезжает. А на серии, да? Как? Да. Сами на серии. Вот, Сами на серии. Вот я хотел вспомнить, это главную роль играл в «Такси». Вот, она в каком фильме снималась? Вспомните? Я тоже что-то пытаюсь. Ну, это тех годов, наверное, еще 80-е, наверное, скорее всего. Зато какая красивая женщина. Женщина, да. Но я сейчас уже за 50 чем-то. Снимайте, просите селфи, берите автографы. Еще, говорят, на пати можно как-то попасть. Валим, программа будет. Ну вот, ребята, короче говоря, стоим и ждем. Блин, ветрище страшное, бля. Пришлось, да, кепка снесло нафиг, она под машину улетела. Кое-как достали, прошлось и ДПСников просить, чтобы отогнали. В общем, ребята... Помогли, кепку достали, но больше одевать ее не буду. Ветра порывистый такой. Так, в принципе, погода более-менее солнечная. Вот. В прошлом году уже были на этом кинофестивале. Здесь вот Арнелла Мути приезжала, Микель Плачеда. Так, и вот, ребята, в общем-то, мы находимся уже здесь, на этом кинофестивале. В общем-то, 40-й юбилейный у нас кинофестиваль. Настасья Кински должна появиться, а также Сами Насери, да, по-моему, еще будет такое. Это главная роль играл в фильме «Такси», ну и много других, соответственно, наших таких известных актеров. Я думаю, мы сегодня увидим. Пока мы видим только певицу Зару. Вот она сейчас пойдет у нас. Ладно, чтобы сережки... Валерия Ланская вышла на дорожку в красном длинном платье. Все отлично. Снималась в Одессе, да? А, в Одессе снималась. Отлично. Просто многих не узнаем, так, как говорится, они немножко... Можно с вами селфи? Да, конечно. Были актеры советского кино. Это советское, да? Это тоже советское кино у нас. О, это знакомое лицо. Это Наки.
Добро пожаловать! Девушка, молодец! Хорошего вам этого! Это был только что Игорь Верник у нас. А это, по-моему, не это, не ведущая, как ТВ. Здравствуйте! Белокостикова Наталья, да? Ну, а, точно, да, актриса советского кино. Белокостикова. Здравствуйте! Можно с вами сфотографироваться? Конечно. А, давайте. О, Александр, будьте любезны. Вот так вот. Спасибо. Всего хорошего вам. Да. Как вы думаете, кто лучше возьмет самый лучший приз? Зрительские симпатии. Не знаете? Это так себе. Да ладно. Ребята на позитиве такие нормальные. Да, это не важно. Самое главное, что на позитиве. Здравствуйте! Хорошего вечера! О, Марат, Марат, можно вас? Минуточка. Это мы видим легендарного актера Марат Башаров. Сделай, дайте, дайте это. Спасибо, а то прохладно. А вот здесь мы сейчас наблюдаем Сати Казанову. Это легендарная группа «Фабрика». Ура! Мы сейчас попробуем с ней взять, задать ей пару вопросов. А у вас есть эта девушка, как из Казанова, эта ручка, чтобы она не только... Вот она, вот эта девушка. А это надо? Точно? Сати, здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на борту нашего лайнера. О, Сати. Сати, мы видим, наблюдаем. Сати, вот, все. Я не подписала. Не, она отвлеклась сейчас. Вот такие вот эти мадамы. Леди и джентльмены, продолжается фестиваль. Только начало, еще впереди. Я думаю, мы увидим более таких мощных актеров. Либо как Гоша Куценко наверняка будет, или еще какие-нибудь такая непонятная актриса. Здравствуйте! Здравствуйте! И у кого здесь интересные ходят? О, а можно с вами фоточку? Неординарно. Выглядят очень интересно. Анастасия Стоцкая. Это была Анастасия Стоцкая. Это вот один из известных актеров, играет адвокат Андрей Соколов. Собственной персоной. Можно с ним сфотографироваться сейчас на память. Щелкнешь там? Давай. Так, что-то там пока у нас такое, пауза такая небольшая. Вот этот в очочках, ты знаешь, на кого? Это Пьер Ришаров похож. Но это не он. Андрей, здравствуйте. О, Сань, сфотографируешь? Так, вот. Как вы думаете, кто возьмет приз зрительских симпатий? Лучший. Сам лучший. Отлично, спасибо. Такие вот дела. Сейчас еще впереди нас ждет много интересного. Я думаю, мы еще что-нибудь снимем интересное. И прямой эфир не стал проводить, поскольку аккумулятор разрядился. Ну, вот этого актера мы видели в прошлом году уже. И на закрытии, и на открытии, по-моему. Ох ты, нифига себе. Что это? Вот это шоу. Все потерялись, да? Здравствуйте! Спасибо. Хорошего вечера вам. Берите у актеров. Спасибо. Как вы думаете, кто возьмет приз? Главный приз у нас Святой Георгий. Приз там будет также
за зрительские симпатии, за лучшую режиссерскую работу, за лучшую мужскую роль, также и женскую роль. В общем-то, должно быть очень много призов. Поехали, ребята, давайте, ждите. Здравствуйте! Здравствуйте! По-русски говорят? Не-не. Софи Лорен, ты бы знаешь, какие бы аплодисменты бурные были? Что? Если были бы такие бы аплодисменты бурные, просто вообще жизнь. Сейчас бы задолбали бы, все бы давали бы каждую девочку. По-моему, это участвовала в Евровидении, по-моему. Здравствуйте! Которую на Евровидении не пустили. Не пустили ее на Евровидении, да? На Украину не пустили. А, ну да. Подожди, ты хочешь сказать, что это не Софи Лорен? Варен? Нет. Да? Кто сказал? Кстати, был министр культуры Москвы. Ну, мы не особо разбираемся в министрах. Вот здесь вот интересная тоже такая одежда у женщины, у девушки. Похоже чем-то на свадебное платье. Здравствуйте! Вот это да. О, Павел Астахов мы видим. Добрый день! Хорошего вечера вам! Это который в шляпе, да? Ирина Миришличен. А можно автограф? Здравствуйте. Как вы думаете, кто лучше возьмет приз? Спасибо большое. Посмотрим. Сейчас будет Новая Зеландия, какие-то там гости. Мы наблюдаем очередных светских львиц, приближаются вот к нам, сейчас ждем. Девочка в платьице белом, кто это интересно? Хорошего вечера вам. Спасибо. Как вы относитесь к фильму 3D вообще? Хорошо. Да? А не считаете, что любое кино, оно прекрасно. Не считаете, что оно портит зрение? Я думаю, что нет. А можно с вами фоточку? Можно с вами фоточку? Дозировано. Вот, точно. Это должно быть в меру, согласен. Спасибо. Спасибо вам. Я вот не понял, ты. Не Кинский? Наталья Кинский. Это Наталья Кинский, по-моему, да, как да, раз. Да, да, вот это мы сейчас наблюдаем, Наталья Кинский, жюри кинофестиваля. Поприветствуем всем. Поприветствуем народ. Да. Ну, она в это известная зарубежная актриса. Здравствуйте! Это в такси как раз он играл. Это такси, это с Насыри. Да. Как его? Я его даже... Сами Насыри, вот. Ну, вот, в общем-то, мы увидели Сами Насыри, но фотку с ним не удалось сделать. Что-то он как-то быстро проскочил мимо нас. Вот это, кстати, играл, вот, помнишь, он в Штирлице немцы играл, короче, какой-то. Здравствуйте. Как вы думаете, кто возьмет главный приз? Приз зрительских симпатий кому достанется? Еще пока не знаю. Ну, у вас есть какое-то предположение? Святой Георгий все-таки? Понятно. Будем ждать развития событий. Вот это знакомое у нас лицо, не помню. Актер тоже очень известный. Во многих советских фильмах играл. Фотографируешь меня с ним? Конечно. Знаешь его? Здравствуйте! Можно с вами сфотографироваться? Да. О, секундочку. Саня. Ура! О, почти попали. А реакция какая? С клипом ведет. Как вы говоришь, его фамилия? Алексей Пушков. Здравствуйте! Как вы относитесь к фильмам 3D, например? Я с ними снималась, очень люблю. Да? Кого очень люблю? Да? Верещагина. Самый замечательный. Спасибо большое. Очень такой подробный ответ нам дала девушка. Она снималась во многих фильмах, оказывается. Папа с дочкой. Не знаю, почему. Здравствуйте. Хорошего вечера. Кстати, запутался, да?
Мы, по-моему, видим режиссер Ян Гэ, по-моему, у нас, да? По-моему, она. Представлять фильм будет Ню. Вроде она. Здравствуйте! Можно вас? На минуточку. Я не понимаю. Вот такая вот у нас актриса. Кстати, она дебютировала, жила какое-то время в Российской Федерации. По-моему, в Туле, если я не ошибаюсь. Да, ты что? Она? Это летучая. Это у нас летучая, да? Ревизора. Как ее зовут? Здравствуйте. Можно вас на минуточку? Лена, можно? Собираете коллекцию? Вы наведете там порядок, я надеюсь. Где? Ну там, на кинофестивале. Там буду стараться. Как вы думаете, кто возьмет главный приз? Не знаю, но я надеюсь, достойные. Кандидаты есть такие, да? Да, но я никогда никого не выделяю. Всего хорошего. Вечера вам. Девчонки, скажите, ну всех увидели, кого хотели? Да, это... Ну кого хотели увидеть? Прилучного хотели. А? Прилучного хотели увидеть. Актер? Да. Но его не было. Его не было, но мы хотели увидеть его. Ну а кого не ожидали увидеть и увидели? Не знаю. Ну какие-то понравились наверняка люди, которые... Конечно, понравились. Не всех же это видите в телевизоре, как говорится, вживую каждый день. Ну нет. Филькевич. Короче, удачно, нет? Удачно. Первый раз здесь? Первый раз. Надеюсь, что не последний. Надеюсь. На закрытие придете? Конечно, придем. Можно фоточку на память? Давайте. Саня, фотографируешь? Давайте. Так. Поближе. Хорошо, видишь? Ты сам-то кого увидел-то? Нормально все? Прошло? Да, нормально. Ну, запомнил. Но автограф не получилось взять или не берешь? Берешь, да? Так. Укинский получилось взять? Все. Ну, так вот все прошло. Более-менее спокойно. Без всяких инцидентов. Почувствуй себя звездой. На телевидении звёздочки, ТВ-центр. Ну, камера хорошая, да? Какой-то блог. Ну, для микроблогов. Вести ТВ, Россия. Добрый вечер. Как вам кинофестиваль? Ну, еще не начался, еще ничего не успел. А вы пойдете? Ну, да, чуть позже. Ну, в смысле, кто вообще достоин главного приза, я имею в виду, Святого Георгия? Пока что не знаю. Мне вот, кстати, очень интересно посмотреть фильм «Сарика», там, где играет Дмитрий Нагиев. А, там про Армению? Там, по-моему, землетрясение, что-то такое, да? Нет, землетрясение – это его старый фильм. Сейчас он снял новый фильм с Дмитрием Нагиевым, называется «Непрощенный». Угу. Вот. И там, собственно, вот история такая трагическая человека. Но интересно смотреть этот фильм. Вот. Еще представлен будет российский фильм какой-то, это «Ню», по-моему. А Ян Гэ какая-то режиссерша. Ну, а, это режиссер, которая... И актриса. Гугл-центра, да. Она из Гугл-центра, кстати. У нее какой-то очень обычный формат фильма, она что-то говорит, значит, рассказывает о себе, то есть он в стиле таком селфи. Там говорят, что-то вроде отношений какие-то в Москве происходят, там типа языковой барьер, там что-то, она, ну там любовь какая-то. Ну надо смотреть. Да. Надо... Вы с телевидения? Да. Ну всего хорошего, удачи. Спасибо. Впечатление вообще от этого кинофестиваля. Все круто? Да. Увидели, кого хотели? Да. А кого увидели? Легенду видели. А? Сэмми Насри. А, ну да, он прошел, правда, быстро прошел, правда, к сожалению. Нет, ну, все, кто фотографировался, с вами, да? А, нифига себе. Мимо нас вообще пролетел просто, как фанерный в Москве. Мы даже вообще не успели даже ничего спросить не. Ну, это просто дорожка такая, так-то в жизни он нормально, он уделяет время. Нормальный, да, такой чувак? Ну все, народ, вот, заканчиваем, короче, на этом моменте позитивном. На Пушкинской площади, Тверская. Все, пока, до скорых встреч, подписывайтесь на канал. Хотелось бы, конечно, может быть, и вовнутрь попасть, но у нас пока туда доступ закрыт. В следующий раз мы получим аккредитацию и попробуем попасть вовнутрь.